И всем привет, меня зовут Рома. И это последний урок по программированию, чтобы сделать наш мультик. Сегодня мы будем программировать друга нашего кота. Значит, идем в вкладку «Спрайты», «Выбрать спрайт». Дважды кликайте, если вы это делаете на планшете. И выбираем персонажа. У меня это Эвери. Затем мы идем в события и вытащим, когда я получу начало, то идем в внешний вид и вытаскиваем два блока. Изменить костюм на и спрятаться. Здесь мы выбираем Эвери А. Потом идем опять в управление. Когда я получу Эвери выходит, вот она, то тогда идем в внешний вид и показаться. Затем идем перейти в XY. Сто девяносто шесть минус 131, например. У меня это так, у вас по-другому. И потом тащим блок плыть 1 секунд в точку 107. Минус 30. Вот так. Это будет кусочек нашего сценария для друга нашего кота Эвери. Затем идем опять в события. И когда я получу Эвери окей, тогда идем в звуки. И записываем голос. Давай чуть-чуть помедленнее. Давай. И вот так. У меня будет погружен голос. Идем опять в звуки. Играть звук. Рекординг 1. И затем идем в внешний вид. И говорить. Давай 2 секунд. Убираем привет. Давай. Перейти. И последний блок это идем в события. Когда я получу Эвери ха-ха, то тогда идем в внешний вид. Говорить аха аха ха 2 секунды. И затем идем опять в звуки и играем звук.
Отлично. Идем в звук. Включить звук рекординг 1. Затем опять идем в внешний вид. И изменить костюм на Эверидде. Все, наш мультик готов. Давайте его проверим. Так, вот входит. Эвери выходит. Привет, хочешь анекдот? Отлично. Давай. И давно ты на бирже играешь? Уже с год. И как сумма на счету изменилась в 10 раз. Теперь там 100 тысяч. Отлично. Тысяч начинал. Кажется, какая-то ошибка в коте. Рекординг 6, это что? Так, я видео пока что я поставлю на паузу, чтобы решить техническую проблему. Окей, я починил. Тут была маленькая ошибочка в спрайте. Вот тут 10 тысяч начинал не было. И значит, все уже готово, можно смотреть. Попробуем. Привет, хочешь анекдот? Давай. И давно ты на бирже играешь? Уже с год. И как сумма на счету изменилась? В 10 раз. Теперь там 100 тысяч. С 10 тысяч начинал? Нет, с миллиона. Странно, почему-то Эвери нас не это самое. Смеется, а потом уже надо, наверное, тут звук поменять местами, и будет все хорошо. Давай еще раз. Привет, хочешь анекдот? Давай. И давно ты на бирже играешь? Уже с год. Как сумма на счету изменилась? В 10 раз. Теперь там 100 тысяч. С 10 тысяч начинал? Нет, с миллиона. Окей, отлично. Затем мы идем сюда и пишем наш титр мультфильма. Анекдот. Так у меня будет называться. И теперь поделиться. Отлично. Почему-то у нас не сохранилось, значит, мы напишем. Мульт. Анекдот. Все, отлично. Теперь можно рассказать инструкцию о своих играх, мультиках, проектах. Я напишу так. Это мульт о том, как кот рассказывает Эйвери анекдот. Вот так. И примечание благодарности вы можете написать кому угодно. Вот. Я тут ничего писать не буду. Вы можете поставить лайки и сердечки. И всем пока!